Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И у нас продолжается обзоры Nokia Lumia 730 вместе с новыми возможностями Windows Phone 8.1. Я уже давно обещал сделать подробное видео, как что делать в Windows Phone 8.1, и решил не делать его так, как сделано было для Windows Phone 7.5, для операционной системы, да, учебное видео, которое там пошагово рассказывает, что, где и как. Я буду делать его по просьбами, пожеланиям трудящихся, скажем так, покажите такую фичу, покажите такую фичу, покажите такую фичу. Сначала мы наберем, я надеюсь, штук 10 основных фич, которые вам интересны и нужны, а после этого буду уже потихонечку добавлять другие фичи, поэтому в описании к видео, вернее, в комментариях к видео я очень жду ваших пожеланий, какие еще фичи осветить, что вы хотите увидеть, как это работает, запросто сделаю в настройках, параметрах и тому подобное. Ну а сегодня мы поговорим о том, что называется управление дуал-симами, двойными симками в телефонах типа Nokia Lumia 630 дуал-сим, Nokia Lumia 730 дуал-сим. То есть, в принципе, любой дуал-сим, который есть сейчас в Windows Phone 8.1, будет работать одинаково, если единственное не отличается режим стендбая, я про него скажу чуть позже. И напомню, что Nokia Lumia 630 и 730 я в том числе выбрал из-за Dual SIM. Количество симок у меня уже превышает все допустимые нормы, поэтому приходится еще и носить с собой много телефонов, но носить с собой много телефонов никто не любит, да, карманов не хватает. Поэтому я решил переходить на дуал симки, в данном случае уже 730-е. 630-е, я думаю, обзоры вы видели его, и 730-е видели обзоры. Напомню, что все они есть в описаниях, все они есть в аннотациях. Это те всплывающие вещи, которые говорят, зачем вы рекламу вставляете. Это не реклама, это линки на те видео, которые я упоминаю. Поэтому, если у вас интересно вообще обзор 730 или 630, как она работает, что будет и тому подобное, это все поможет вам как раз в аннотациях или в описании найти. И не забывайте вообще подписываться на мой канал, добавляться в друзья в соцсетях. Напомню, что все линки на все мои соцсети есть на основной страницы, главной страницы моего канала iWalker 2000. Если я не отвечаю, извините, на ваши личные сообщения, это значит, что я очень занят и действительно постоянно езжу, и найти время во всех этих делах достаточно сложно, но я стараюсь. Ну и перейдем опять же к управлению двумя симками в телефонах Nokia Lumia 630-730 Dual SIM в Windows Phone 8.1. Я сразу скажу о теории. В Nokia Lumia стоит то, что называется Dual SIM, Dual Standby. Это значит, что в один момент времени две симки используют один передатчик. То есть в этом телефоне 730, в 630 один передатчик, который работает с мобильными сетями. И этот передатчик делится мультиплицированием, да, то есть как бы квантами времени, один, второй, один, второй, один, второй, то есть фактически он работает на удвоенной скорости, но две симки одновременно доступны, когда поступает какой-то сигнал, одна симка становится активной, она захватывает канал, вторая симка перестает работать, она находится, соответственно, в ожидании. И если поступает звонок, то этот звонок будет отправлен либо на голосовую почту, либо еще куда-то, куда вы решите, и как это делается, мы об этом поговорим чуть позже. Ну, а о самих симках, да, и о работе с дуалом все очень просто. Скажем так, вот тут вот вы видите шкалу работы первой симки, шкалу работы второй симки. Номера симок определяются путем установки их в соответствующие симы в корпусе телефона, да, то есть Nokia Lumia это микросимы, установили первый, установили второй. В данном случае у меня на первой стоит мой личный Kyivstar, на втором стоит O2. Почему так? Потому что я привык уже, потому что у меня сначала стоял корпоративный Kyivstar, а потом O2, ну и уже не стал переделывать. Да. Состояние обеих симок вы можете увидеть здесь. Соответственно, здесь вы видите, что Kyivstar в роуминге, O2 у меня сейчас. С ним все хорошо, он работает в Европе, да. Уровень немного плохой, но у меня вот здесь закрыто все, местность, скажем так. И тут лучше Австрия у меня принимает, чем словацкие номера.
Неважно. А теперь о звонках, да, то есть когда вы устанавливаете две симки, вы автоматически видите два набора опций. Первый набор опций — это от первой симки, это телефон и смски. Второй набор опций — от второй симки, это телефон и смски. То есть если вы хотите куда-то позвонить с первой симки, то это очень просто. Вы просто выбираете, соответственно, в первую симку и звоните либо по списку, либо же вы выбираете, набираете телефонный номер. Здесь у вас отображается вызов Kyivstar. При этом вы запросто можете переключиться на другую симку. Ну, то есть, вот видите, раз, два, то есть вызов О2 Словакия, да. То есть, неважно, да, если вы хотели позвонить и выбрали не тот номер, а потом увидели, вам не надо закрывать все, идти в следующий и, соответственно, здесь уже звонить и тому подобное. История этих звонков — это история двух разных симок, да, соответственно, куда звонок пришел, там вы его и видите. Аналогичная история смс-ок, которые вы пишете или которые к вам приходят, а вы видите, соответственно, по разным вещам. При этом она может микшироваться, например, в каком случае? А в том случае, если вы пишете, вот сейчас это все вы видите Kyivstar, а если я захочу написать что-то со второй симки, я, как вы видите, то есть если я сейчас вот так, оно будет на первой, то есть вы отвечаете с той симки, с которой вы открыли эту нить разговора, да, то есть как бы ленту разговора. Если вы хотите поменять, да, соответственно, вы меняете. И если я сейчас отправлю тест, то вы видите, не знаю, камера передает или не передает, как-то она почти одинаковых цветов, у меня, по крайней мере, сейчас на маленьком экранчике, но можно увидеть, что здесь другой цвет, тут более темно-синий, тут более темно-фиолетовый, да. Соответственно, процесс написания смс весьма и весьма прост. Вот он, видите, я написал с другой симки, соответственно, она попала в эту симку. Если я хочу поговорить здесь, да, то я общаюсь здесь. Если я хочу отправить с этой, то будет, соответственно, с этой. То есть никаких вопросов, да, никаких моментов со сложностями работы с двумя симками здесь не наблюдается. Мы можем легко, еще раз сказать, выбрать, откуда звонить или откуда писать смс. Если вы выбрали не то или по каким-то причинам ваш звонок ограничен, например, у вас закончились деньги, вы просто нажимаете «я хочу звонить отсюда», или смс-ка. Смс-ка не уходит с одного номера, закончились деньги, вы просто говорите, даже уже в набранной смс-ке, да, то есть вы просто говорите «я хочу писать», в данном случае, с другого номера. Все. То есть он вам сразу показывает, откуда будет выполняться звонок или откуда будет отправляться смс. Просто, просто. Никаких параметров, то есть никаких настроек специальных нет. Но часто задаваемый опять вопрос, каким образом выполнять передачу данных, как включать-выключать симки, где посмотреть настройки интернета, где включается 3G. Это все тоже просто. В Windows Phone 8.1 вот такое движение отображает вам панельку. Ой, не туда, уйду. Отражает вам панельку уведомлений и в том числе опция «Все настройки». Переходим во «Все настройки». Про уведомления и действия мы вернемся еще. А здесь, ну в данном случае для Nokia Lumia 630-730, называется это «Сотовая сеть плюс SIM». Она может также называться «Передача данных», «Сотовые связи», и «Сотовая передача» и тому подобное. Ну, то есть как бы зависит уже. И мы переходим в сотовую сеть плюс SIM. Что мы здесь видим? Мы видим, что передача данных у меня пока выключена. В качестве карточки для передачи данных используется вторая карта, она О2. Если вы вымете ее там или еще что-то произойдет, как вы вот видите, пришло мне на второй номер. Просто пришло, ну, забавно получилось. Но мы видим, что в данном случае ответ пришел на ту карточку, которая есть. Итак, то есть мы видим передачу данных, она выключена.
мы видим симку. Если карточка выимется, напишет нам, что карточка другая, условия другие. Режим не использовать в роуминге или использовать в роуминге. Если вы очень богатые, то можете использовать в роуминге. Если не очень, то такое дело. У меня Во2 есть пакет на 250 мегабайт за 2 евро в сутки, который позволяет вам обмениваться данными даже в маршрутизации, в роуминге, поэтому я как бы работаю с этим. 3G соединение включено. Режим использования Wi-Fi, то есть при низком качестве подключения Wi-Fi переходить на сотовую связь или не использовать сотовую связь. Я не буду использовать сотовую связь, не надо. То есть Wi-Fi очень медленный, оно понимает, что канал 3G быстрее и переходит на 3G, что не всегда качественно, поскольку в отеле, например, у меня включен роуминг, а в отеле связь там пропала по каким-то причинам, и оно пошло гнать все через, там, ночью, например, да, пошло, телефон лежит и гонит весь трафик, кучу писем и так далее через мобильную связь, тем самым вырабатываем эти 200 мегабайт, не хочу. Просто еще раз, включили-выключили передачу данных, выбрали какая симка, использовать или не использовать в роуминге, использовать 3G соединение, Wi-Fi использовать, не использовать, и мы переходим к дополнительным возможностям, настройкам, тонким настройкам двух карточек, которые есть. Вы видите Kyivstar и O2. Вот мы выбираем Kyivstar. Во-первых, можно переименовать Kyivstar как что-то еще. Ну, вы сами придумаете название своим операторам, там, знаете, неприменимо к там Kyivstar, а вообще там тянут деньги, фиговая связь там и так далее. Использование состояния сим-карты, да, то есть включена или выключена, то есть если вы по какой-то причине не хотите, чтобы к вам дозвонились на эту карточку или еще что-то, а вы можете запросто ее просто отключить. Здесь же находится выбор сети автоматически и важный вопрос, выбор сотового соединения, то есть вот тот выбор профиля, по которому будет использоваться для интернет-соединения и тому подобное, вы можете сделать здесь. И плюс, если вы считаете, что какого-то профиля нет или у вас какие-то тонкие специфические настройки, именно здесь вы можете включить настройку тонкую своего профиля для того, чтобы вы могли настроиться, как вы пожелаете. А вторая такая же карточка, пожалуйста, О2, те же параметры, имя, включить-выключить сим-карту вообще, чтобы на нее не звонили, по ней не шла передача. То есть это не только передача, это полное выключение. Активная сеть текущая, выбор сети, профиль соединения, включить-выключить соединение, доступ ММС, приложение сим-карты. Здесь также все это, вы видите, находится. То есть еще раз повторюсь, чтобы тонко настроить сим-карточку и все параметры, мы заходим во все настройки, это делается в 8.1 Windows 8, вы просто за Phone 8, вы просто заходите в настройки, находите там сотовая сеть плюс SIM или там передача данных, она может по-разному называться. Вот оно. Здесь вы управляете вообще передачей данных как есть, а ниже вы управляете карточкой. Кто будет спрашивать, что такое дополнительное, оно всего лишь покажет вам менюшку. Вот такие вот вещи. И, конечно же, если мы включать интернет или не включать, включим, мы просто увидим текущее подключение точки доступа. Ну, то есть, не принципиально. Опять же, как я думаю, это достаточно простой сценарий для работы. Есть еще более сложный сценарий для работы. А именно, этот сценарий для работы находится чуть дальше. Он называется у Nokia Сеть Плюс. А вот она, сеть плюс. Сеть плюс позволяет нам более тонко настроить две вещи. Ну, во-первых, кодировку для SMS, там полная, неполная, знаете, да, то есть по умолчанию стоит полная, это с поддержкой кириллицы, и тем самым у вас сообщение в два раза короче получается, неполная, соответственно, кириллицу поддерживать не будет. Но есть еще интересные настройки вызова у обеих сим-карточек. Во-первых, то, что я говорил по поводу Dual Standby, что делать, если одна карточка занята, а вторая не отвечает, можно переправить на занятую, тогда люди будут слышать
ну, в зависимости от у вас от настроек, что у вас занято, да, вы будете слышать, что у вас входит второй звонок на второй номер, если это возможно. То есть таким образом можно бороться с вопросами занятости, да, то есть ваших карточек, вернее, не ответе ваших карточек. Одна не отвечает, идет на ту, которая сейчас уже занята, но там вызов, люди понимают, что вы разговариваете и так далее. Я эту опцию не использую, потому что пересылать вызовы между двумя странами как-то было бы странно, да и дорого, наверное. Но я использую другие вещи, а именно, например, вы видите SIM-1 и SIM-2. Это тоже настройки, но это тонкие настройки состояния вызова. То есть вы, если хотите, чтобы вам дозванивались или, по крайней мере, могли вам оставить сообщение, пока вы болтаете по второй симке, у меня на Киевстаре включено то, что называется ожидающий вызов и переадресация, когда я не беру трубку, когда линия занята или когда я в недосягаемости. Второй сценарий – это когда я в недосягаемости. Эта штука отправляет все мои сообщения на мой автоответчик, поэтому если вы вдруг по каким-то причинам позвоните мне на киевстаровский номер и попадете на автоответчик, знайте, что вторая линия чем-то занята, и я сейчас не могу ответить, вот вне зоны досягаемости, не обязательно вне зоны досягаемости, может быть, я с кем-то разговариваю. Таким образом, вы можете более тонко настроить поведение вашей карточки в случае прихода симок, на одну из симок, а вторая занята. В хорошем смысле прихода этого слова. Ну и теперь про мелодии. С мелодиями не все так просто. Что бы хотелось сказать, да, то смотрите. Настройки, мелодии и звуки. Здесь присутствуют мелодии звонка, и они общие. Если вы перейдете в то, что называется уведомления и действия, то вы найдете там телефон Киевстар, телефон О2. Но это, как вы видите, показывать баннеры Американо и Вибровизу. При включении у вас будет телефон вибрировать, если разрешено в мелодии звуки. То есть, смотрите, это не включение мелодии для конкретного телефона. Это включение уведомления, приходящее на определенный телефон. То есть, например, вот в телефоне, знаете, какая-то служебная информация пришла не в виде смс, а в виде вот пакета. Когда вы там проверяете баланс или еще чего-то, вот эта мелодия будет играть. Ну или звук, это на самом деле звук, а не мелодия. Общая мелодия только одна. Что делать? Тогда переходим к контакту. ВКонтакте, если вы хотите разделить, вот у меня тут авто, вы можете в режиме редактирования выбрать мелодию звонка. Вот она, мелодия звонка. Вы скажете хип-хоп. Но вы скажете стоп, у контакта два телефона. Я хочу сделать разные телефоны, разные звонки, да, то есть, чтобы этот контакт звонил сюда, был один звонок, а чтобы этот контакт звонил сюда, был другой звонок. Что делать? Контакте номер один. Здесь это решается очень просто. На самом деле, у Windows Phone контакты могут состоять из двух профилей. Один профиль у меня, например, из Outlook, другой из Google. Если мы возьмем из Outlook или из Google, откроем редактирование, то обратите внимание, у меня в этом контакте, который хранится в профиле Google, прописан только один телефон. В этом контакте, в который хранится в профиле моем Outlook, не моем, а контакта, да, в Outlook прописан другой телефон. И здесь мелодия как раз хип-хоп. А весь контакт вместе состоит как составной линкованный из двух профилей, из Outlook, и Google. В результате получается, что он взял общий звонок из первого, хип-хоп, а второй он не показывает. Но если я сейчас со второго телефона позвоню на данный номер, второй, мы услышим мелодию кошки, а не хип-хоп.
И сейчас прибежит Bluetooth. Кстати, у кого коты, рекомендую. Очень прикольно. Что такое? Не? Не бежит? У меня идет вызов, да? То есть, как бы, идею вы поняли. Таким образом, вы можете сделать два контакта, два профиля в разных почтовых хранилищах. Одну в Outlook, другую в Google. И объединить их в один. Таким образом, в одном телефоне будет одна мелодия, во втором телефоне будет другая мелодия. Все будут попадать. Ну и здесь хочу я обратить ваше внимание. Также присутствует возможность указать также у контакта, какие телефоны, сим-карты будут использоваться для звонки на каждый телефон. То есть первый звонок идет на вот этот номер через Kyivstar, второй идет на O2, да, переключить можно здесь, оно сохранится, или здесь. А в случае с SMS-кой, оно, как вы видите, выбирает тот контакт, который первым попался на самом-то деле. Просто. Поэтому, да, ну, немного заморачиваемое с контактами и двумя профилями и их линкованием. То есть линк еще раз просто подгрузили с разных вещей, сказали вот-вот. Может, видите, он предлагает еще Александра Кориченски добавить. Ну, на самом деле номер я его взял для создания украинского контакта. Поэтому такие вот дела. Вот что вы можете сделать с системой, как ее настроить. Две симки, как вы видите, работают абсолютно нормально. И напомню, что это была серия видео, посвященных возможностям Windows Phone 8.1 на примере, в данном случае, Nokia Lumia 730. Если у вас есть еще какие-то вопросы, и такие вот практические, да, то есть, а как сделать то, а как сделать это, пишите, я буду такие сценарии рассказывать. Я думаю, что первые 10-15, как что сделать и как чем управлять, будут полезны для всех. Потом уже перейдем на более там, какие-то детальные, не особо часто используемые вещи. То есть, если вы даже стесняетесь, ничего страшного. Там, если у кого-то возникает вопрос, как вообще эти профили, например, контактов подключать, почему у меня их два, почему у меня есть хранилище Outlook, почему у меня есть хранилище Google, могу отправить, опять же, в описание, там будет линк на старое видео, посвященное Windows Phone 7.5, еще там про контакты тоже рассказано, но напишу еще раз, повторюсь, тут кое-что поменялось, новые возможности появились, кое-что удалили. Про это тоже с удовольствием расскажу. Так что задавайте вопросы в комментариях, что, где и как делать, с удовольствием расскажем. Ну и опять же, не забывайте лайкать видео, подписываться на мой канал, шарить видео для других, заглядывать в описание, смотреть аннотации, заглядывать на первую страничку канала, где есть линки на все мои социальные сети, добавляйтесь в друзья, нет проблем, да, то есть как бы принять. Извиняюсь, кому не отвечаю лично, не успеваю просто все это делать. Ну и всем удачи, счастливо, смотрите новые видео из этой серии или другие видео. Пока!